Браво! Благодарю. Идемте погуляем по музею немножко. С радостью. У вас потрясающий инструмент. Откуда он? Это скрипка мастеровая. Какая именно? Мастера так мне и не сказали. Есть две версии. Одна, что мастеровая итальянская, а другая, что мастеровая немецкая скрипка. Что лучше, итальянская или немецкая? Ну, так как Страдивари был итальянцем. Лучше итальянцы. Да, считается, что лучше итальянские скрипки. Дарья, почему именно скрипка? Ну, в нашем доме часто звучала музыка. Моя бабушка пела в хоре ДКП. А первая папина дочка, она тоже занималась скрипкой. Родители хотели меня отдать в музыкальную школу, хотели в класс фортепиано. Но я выбрала на экзамене, сказала, что я буду заниматься только на скрипке. Это королева инструментов. Она может петь, она может быть злой, она может быть просто потрясающей, трогательной. Это как выражение самое яркое выражение человеческих чувств. То есть можно раскрыть душу через этот инструмент. Но если умеешь им владеть, он позволит. Казалось бы, скрипка так просто устроена, но многие даже не представляют, насколько на самом деле сложно. Можешь немножко рассказать о строении инструмента? Вот у нас есть из дерева скрипка делается, есть гриф из черного дерева, колки для настройки. Струны у нас 4, также есть подбородник, струнодержатель, подставка. И эфы. Эфы, да, ну из них звук выходит. Мостик и смычок. Смычок с конского волоса состоит. Можно посмотреть? Дерево, конечно. Только за белое нельзя. Разумеется, нет. То есть основа черное дерево, конский волос и перламутр? Перламутр, да. Он для чего-то... Самое главное – это конский волос, конечно. Дарья, скажите, сложно настроить скрипку? Да нет, легко. Скрипка строится по квинтам, по чистым квинтам. И давайте проведем небольшой урок сольфеджио с вами. Давайте. Вот мы начнем сейчас с нижней струны. Струна соль. Соль. Ре. Ре. Ля. Ля. И ми. Ми. Замечательно у нас дуэт с вами получился. Сколько ставите? Пятерку с минусом. Сейчас, на мой взгляд, самое важное средство музыкальной выразительности – это вибрация. Но у нас есть много всякого интересного в приемах. Но вот в плане вибрации можно сыграть ноту просто, а можно сыграть глубже ее. Казалось, такое вот маленькое покачивание пальчиков, но играет колоссальное значение. Сейчас, вот в данном этапе, я больше всего работаю, конечно, над вибрацией. Это средство, самое главное средство музыкальной выразительности. А также у нас есть очень много всего интересного. Мы можем не просто, вот я играла смычком, этот прием называется арко. А есть у нас еще пиццикато. Также есть флажолеты. Вот бывает обычное нажатие пальца на струны, плотненькое такое. Вот. Я достаточно плотно нажала. А можно, еле прикасаясь к струне, и у нас появится совершенно другой звук, как будто с другой планеты. Флажолет. Это открытый флажолет сейчас будет. Их достаточно много. Дарья, скажите, что нужно для того, чтобы научиться играть на скрипке? Ой, нужно очень много всего, но для начала давайте привстанем. Я сейчас попробую вас немного научить. Так, берем скрипку, ставим на левое плечо.
Так, эту руку сейчас мы не будем пальчиками пока работать, потому что мы научимся сейчас хотя бы открытыми струнами пользоваться. Подбородок немножко поддерживаем, но не жмем, а слегонца просто положили голову для удобства. Эту можно чуть-чуть ниже руку. Так, сейчас. Вот немножко вот так. Рассказываю, как смычок держать. Это самое сложное. Большой палец, он согнут. Он как бы такой стабилизатор, указательный где-то на второй фаланге. Эти два пальчика чуть глубже и на подушечке мизинчик. Сейчас это самое сложное. И рука прежде всего, обе руки должны быть очень свободными и легкими, как птичку вот на смычок. Вот, хорошо, чуть-чуть поправляем. Большой палец немножко, да, он у нас немножко уже развернут. Все пальчики кругленькие, большой вот кругленький тоже, вот, хорошо. Мизинчик тоже кругленький. Чуть-чуть поглубже, этот подальше. И попробуем сейчас провести. Смычок ведем параллельно подставке. И локоть в сторону не отводим. Нас в детстве заставляли возле шкафчика стоять. Почти получилось. Ну что-то да. Потрясающе, браво. Спасибо. А Дарья, скажите, пожалуйста, а все-таки, что самое главное для того, чтобы стать скрипачом? Хорошим скрипачом? Самое главное, конечно, это трудолюбие. Хороший слух тоже. Это один из самых важных факторов. И, конечно, и хорошее образование имеет значение. И амбиции человеческие, их тоже можно выразить через музыку. Тут, конечно, очень много факторов влияет на, для того, чтобы стать хорошим скрипачом. Уже более 30 лет каждое утро Натальи Баюн начинается с разминки пальцев в своем классе. Для арфиста это особенно важно. Кисти должны как птицы летать между 46 струнами. Наталья Федоровна, у вас уникальный инструмент, уникальный класс. Как удалось все это организовать? Ну, чтобы любое дело было успешным, главное, наверное, мотивация и желание. Если есть мотивация и желание, то все возможно. Вот так это возникло в 89 году, потому что в то время в нашей школе был детский симфонический оркестр. И так получилось, что абсолютно все инструменты по партитуре были, кроме арфы. И именно в этот момент Крымская филармония списывала старенькую арфу. И они ее передали музыкальной школе, и возникла возможность открыть единственный в Крыму, и по сей день единственный в Крыму класс арфы. Ощутив однажды звук этого инструмента под пальцами, рассказывает Наталья, навсегда влюбляешься в струны. Свой путь в музыке будущая заслуженная артистка определила еще в детстве, когда увидела телетрансляцию умирающего лебедя Сен-Санса в сопровождении арфы. Арфа – это очень нежный инструмент. Красивый, похожий немножечко на сказку, потому что наше глиссанто, которое, оно делает нас немножечко сказочным таким, наше волшебное, да? И вот представьте, что на таком волшебном инструменте уже играют и джаз, и рок, и вообще импровизируют все, что хотите. Но это новое поколение. Технологически арфу сложнее освоить, чем фортепиано, например? Ну, вы знаете, вообще арфа сложный музыкальный инструмент, но я считаю, что хорошо играть на любом инструменте сложно, виртуозно. Но, конечно, есть свои сложности. Во-первых, не забывайте о том, что у нас играют не только две руки, но еще и ноги, как на органе. А орган, как известно, один из самых сложных музыкальных инструментов. Если вы посмотрите вниз, то увидите, что у нас там педали. Педали 7. Педальная техника одна из сложных, потому что надо же помнить о том, что мы должны передвигать педалями во время игры, делать это вслепую, мы не смотрим, какие педали мы ставим. И мало того, в отличие от фортепиано, когда педаль, она немножко другая педаль, она не связана с изменением звуковысотности, тоже запаздывающая может быть, да? Но у нас, наоборот, все педали опережающими, то есть мы педаль не берем не тогда, когда мы видим знак, а мы должны взять до того, потому что если мы возьмем в этот момент и возьмем струну, то будет слышно, будет жужжание, будет грязный звук. А традиционно это был больше мужской инструмент, чем женский, хотя в нашей истории равноправие всегда. Вот что касается игры на этом инструменте, у нас всегда было равноправие.
И мужчины, и женщины всегда играли на этом инструменте. Начиная с Древнего Египта, Греции, Рима, Вавилона, Карфагена. То есть этот инструмент был у многих народов. Но в нашей стране как чаще играют женщины. В вашем классе есть мальчики? Сейчас нет, но у меня занималось два мальчика. В классе они хотели, успешно занимались. Но вы же понимаете, когда все кругом занимаются хоккеем, футболом, дзюдо. И вот первый, второй, третий, а дальше все-таки они уходили. Концертная арфа – настоящая драгоценность. Стоит, как однокомнатная квартира. Еще 5 лет назад существование класса Натальи Баюн было под угрозой. Окончательно вышел из строя старый советский инструмент. Но в 2014 году Ялтинской детской музыкальной школе номер 1 подарили новую концертную арфу. Это значит, что сегодня, как и на протяжении последних 30 лет, дети смогут обучаться игре на самом волшебном инструменте оркестра, а некоторые, быть может, продолжат путь в профессиональную музыку.